Это российское мороженое, весит 80 грамм, упаковано в пластик с полным описанием товара, где состав не самый удачный и полезный. Также крепится на деревянную палочку. Цена будет где-то от 70 рублей за штучку, что понятно. Форма овальная, покрытие глазурь, но не шоколад. Быстро тает, то есть фактически превращается в жидкость такую, или мусс, слегка холодный. Вкус приятный, цитрусовый, без приторности, глазурь плотная и держит форму основного продукта весьма приятно. Ароматная, собственно, могу вам его рекомендовать иногда. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, как пожелаете, и ждите новые обзоры, интересные видео и другие проекты. Спасибо вам за внимание и до новых встреч, надеюсь, скорых.